Почта России внедряет единую автоматизированную систему отделений почтовой связи. Это новый программный продукт, спроектированный по принципу единого окна и объединяющий более 15 различных программ. Ранее операторы почтовых отделений использовали их как отдельное приложение. О модернизации почты и повышении качества услуг почтовой связи в Ямало-Ненецком автономном округе сегодня, 21 июля, шла речь на пресс-конференции директора Департамента информационных технологий связи Ямала Олега Ефремова и директора управления Федеральной почтовой связи Ямала Виктора Степанова. Олег Ефремов сообщил, что специалисты профильного департамента, еженедельно отслеживающие объем почтовых отправлений, проверили работу почты на Ямале, побеседовали с ее сотрудниками. Они убедились, что июньское затоваривание отделений уже рассосалось, но еще поступают жалобы граждан на возникающие очереди. Директор департамента назвал причины медленного обслуживания объективными и временными. Он попросил клиентов Почты России проявить понимание. Модернизация проводится для их удобства. В результате персонал обучится и привыкнет к новшествам, и время обслуживания сократится в разы. Виктор Степанов объяснил, что в этом году все 92 почтовых отделения на Ямале переживают технологическую революцию. На сегодняшний день новое программное обеспечение внедрено в 45 отделениях почтовой связи. До конца 2017 года к системе подключится еще 45 отделений. С помощью единой автоматизированной системы отделений почтовой связи сотрудники предприятия регистрируют входящие и исходящие почтовые отправления, оформляют приемы и плату денежных переводов, услуги страхования, подписку на печатные издания, услуги телеграфной и голосовой связи, выплачивают пенсии и пособия, продают лотерейные, авиа и железнодорожные билеты. Благодаря синхронизации системы с базой почтовых отправлений, оператор может оперативно отслеживать статус прохождения отправления. Она позволяет на всех уровнях контролировать прохождение денежных средств, что гарантирует их дополнительную сохранность для клиента. В результате внедрения все процессы, происходящие в почтовых отделениях, унифицируются и автоматизируются. Сократится отчетность и время на оказание услуг и производственные операции, сообщает информагентство «Северпресс».